Первое. Это хорус. Возьмем стандартный файл. Мы видим, что это монофайл. И понятно, что... Ну, кстати, был вопрос, там, как сделать стерео. Вот частично я сегодня как раз об этом тоже и смогу рассказать. Но в Audition есть такая штука. Когда мы работаем в режиме waveform, и если у меня монофонический исходник, то даже применяя стереоэффект, я в итоге получу монофоническое звучание. Есть такой нюанс, да? Кому-то он нравится, кому-то не нравится, вам важно четко об этом знать, да? И, к примеру, я открою сейчас эффект модуляции Adobe Audition Chorus, стандартный хорус, который здесь присутствует. Как в любом хорусе, у меня есть настройки, ну, в большинстве хорусов стандартных. Это количество голосов. Ну, я вот даже сейчас открыл, просто давайте послушаем без него и с ним. И с ним. То есть у меня два саксофониста заиграли, ну, простыми словами. Причем они заиграли немножко лажая, да? Да, ноты как бы плавают. То есть это когда вот, ну, не строят унисон, звучит отвратительно. И хорусом я могу настроить этот момент. Вот глубина модуляции за это отвечает. Ну, что такое эффект модуляции? Это когда что-то меняется. В данном случае меняется у копии. У меня сейчас два голоса. Это просто копия того же сигнала. И она меняется, ее параметры меняются. То есть вот частота модуляции, как быстро изменяется высота. И глубина, как сильно она будет. У всех эффектов модуляции это. Сейчас по-другому он себя ведет. Но мы не прочувствуем всю красоту, так скажем, эффектов хорусов, лейнджера, фазера, ревербератора иногда, да, но ревербератор так особняком. Дилея тоже особняком, потому что ревербератор может круто звучать и в моно вообще, да. И хорусы, все вот эти эффекты уплотнения, ну как бы расширения, эффекты, основанные на копии сигналов, немножко странновато звучат в моно. Да, ну как будто какая-то ерунда. Я могу количество голосов увеличить до 16, к примеру. Ну, сделать поменьше. Вообще убрать модуляцию. То есть у меня как будто несколько саксофонистов, но все равно они как-то странно играют, немножко с отклонениями от интонирования. Так вот, самое правильным, наверное, будет ходом. Так, хорус я пока отключу. Это применять этот эффект в стереорежиме. А чтобы так получилось внутри Audition, я должен конвертировать этот сигнал в стерео. Ну, еще раз я покажу, а то я сказал, ну, Shift-T, либо правой кнопкой мышки. Из контекстного меню мы выбираем из списка Convert Sample Type. И выбираем здесь количество каналов стерео. У меня пересчитывается файлик в стерео. Он продолжает звучать, как обычный монофайл, просто разбит на левый и правый канал. И теперь, когда мы будем применять хорус, послушайте. Те же самые параметры, которые были изначально. Это звучит уже не так противно. Ну, тут зависит от того, у кого насколько тонкий слух. Я бы сделал поменьше, конечно, модуляцию. Или вообще ее там убрал. А регулятор спред, он как раз и будет отвечать за... Ну, сейчас я количество голосов добавлю. Десяточек. За вот этот псевдообъем, который складывается из задержек, да, поэтому спред в миллисекундах — это задержки между копиями сигналов.
Ну, там изначально было по интонированию немножко неточно, но это уже музыкальные тараканы, да, я их назовем так здесь. У нас все-таки здесь не теория музыки, поэтому этот момент мы будем опускать. И, соответственно, dry wet, да, у нас сейчас wet больше, чем dry. То есть эффекта хоруса у нас в процентном соотношении было больше, чем уровня чистого сигнала необработанного. То есть это баланс между эффектом и чистым сигналом. Вот, к примеру, я эффект полностью убрал и добавляю по вкусу. Ну, к примеру, вот так. Уже прикольно. Вот без него. Вот с ним. И у нас ощущение, что стало больше объема, и звук как будто стал шире. Ну, не как будто, а он стал шире, да? Еще момент. У нас между копиями есть определенная задержка. Да? Ну, определенный дилей. Если я его увеличиваю... Слышите, вот в левом ухе прям опаздывает один из голосов. Их у нас здесь 10. Поэтому большие значения, ну, какой-то креативный эффект можно. И delay rate — это модуляция этого дилея. Вот его колбасит, да, ну чем... Я сейчас сделаю, уберу dry, вот только обработанный сигнал. Это какие-нибудь инопланетяне и так далее. То есть в зависимости, что фантазия, в общем, позволит. Чем больше частота rate, тем быстрее я меняю. Ну, давайте один голос. Вот что с ним происходит. Его просто колбасит по питчу, по высоте, то бишь. Вот. Но когда это все дозировано, да, немножко... Ну, кстати, пресеты здесь тоже нормальные. Вот, акустик дуэт, к примеру. Нормально. Ну, здесь, видите, все очень прям чуть-чуть. Ну, это вообще в ноль. Нормально, все хорошо. Есть здесь дополнительный фейдер стереофайлд. То есть это стереополе. Давайте мы откроем наш Phase Analysis. Вот моно, вот было как изначально. Вот с хорусом. Видите, у меня сигнал превратился в стерео. И я за счет вот этого фейдера я могу как расширить, еще больше расширить стерео. Видите, в противофазу иногда убегает, но это не страшно в данном случае. Так и сузить, то есть оставить в моно. Вот увеличиваю. Уменьшаю. Вот эта заветная галочка Add Binaural Cues, да? Или Cues, я не знаю. Надо, конечно, бы узнать. Я все время забываю, как это слово правильно читать. Что она дает? Она больше... Ну, техническим языком, просто сигнал вращается по фазе. Это создает ощущение, что звук у нас вот вокруг нас, как будто там с определенной частотой вращается, там, да, вот вокруг нас летает. Там за головой, вверху, внизу. Но это все фейк, да, прямо скажем. Это, ну, это не настоящая бинауральная запись. Но можно создать определенное движение просто по стереопанораме. И это движение может быть прикольным, просто все. Больше ничего здесь, каких-то чудес, в общем, не произойдет. Просто было, ну, не то, что заявлено так вот аккуратненько, что активируются чуть ли, ну, добавляются чуть ли не какие-то волшебные алгоритмы, которые превращают ваш трек. Это не на официальном сайте, не в мануале ни в коем случае, просто какой-то был обзор.
Это просто вращается фаза больше с определенной частотой. Это создает психоакустический эффект перемещения звука вокруг нас. Все. Причем, если файл изначально... Ну, вот как этот саксофон, например, он занимает не весь спектр, то этого вообще, в принципе, не будет слышно особо. Если на всем сигнале, ну, весь трек, то больше заметно, потому что частотный диапазон больше занимается у полноценного трека. Ну, на полноценном треке я не знаю ситуации, когда это нужно. Вот правда, у меня не было ни разу такой необходимости. Там отдалить, приблизить, это ревербератор с этим справляется, поэтому... Дальше. А, и здесь галочка «высокое качество», это мы встретим в ревербераторах, еще там в ряде приборов. Суть в чем? Ну, во-первых, оверсэмплинг, который включается в приборе, просто мы не знаем, насколько. И это не указано, кстати, нигде. И, ну, как минимум в два раза больше. Оверсэмплинг — это если у меня исходная частота 44,100, то в результате там нажатия галочки, во-первых, алгоритм сам начинает работать более точно, во-вторых, применяется оверсэмплинг, то есть умножение частоты на 2. На 2, на 4, есть на 8, на 16 я видел оверсэмплинг в ряде приборов. Второй эффект — Horus Flanger.